И как сообщают синоптики, жара продлится до конца недели. Сегодня и завтра воздух в Оренбурге прогреется до плюс 38 градусов. И лишь с 9 августа наступит незначительное понижение температуры до 30 градусов со знаком плюс. И, кстати, матч футбольных клубов Оренбург и ЦСКА перенесли из-за жары. Встреча второго тура российской футбольной премьер-лиги состоится на 2 часа позже. В связи с аномально жаркими погодными условиями игра начнется не в 16:00, как было заявлено ранее, а в 18 часов по местному времени. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба «Оренбург».